овеянная веками легенд, неповторимая земля Израиля. Здесь молитвы, космос и история звучат единым аккордом вечности. Здесь особое поле единения Вселенной, времени и человека. Именно поэтому сюда, в регион уникальной энергетики, устремляются люди со всех континентов. Я вас всех хочу поздравить с началом нашей экспедиции по земле обетованной. Эта экспедиция будет выстроена в ключе активации очень многих мест силы и сонастройка с кристаллом вечности Эхнатона. Мистерия активации единения. Для меня это создание мира в Израиле, во всем мире. The fourth time I'm going to Mankakum with Marina. And every time the experience is stronger, and every time somehow we have a bigger expedition and more people are joining us, and it is a great pleasure. And we went for the expedition of next. Поездкой, все понравилось, все божественно, все хорошо. И работа прошла отлично, мы соединялись с кристаллом, пришла активация. Всех нас объединяло одно, мне кажется, любовь к нашей земле и любовь друг к другу. Thank you.
thing the singer who has sung so gloriously, Marina Klosnik, come. Thank you very much. The Lord bless you. The Lord continue to walk with you. The Lord continue to visit you and use you mightily to the glory of His name. In Jesus' name. Экспедиции ведет член-корреспондент РАМН и член Международной ассоциации комплементарной медицины и целительства Марина Ключникова.